Окей, так, чатик видно. Кто помнит, что мы делали на прошлом занятии? Я вам рассказывал, как пользоваться GitHub'ом. Как пользоваться GitHub'ом, как настроить Continuous Deployment на GearHost. Я вам рассказывал, что такое GitFlow, как им пользуются на коммерческих проектах. А сегодня я вам хотел показать... скажите мне, у вас есть же другие предметы? Вам про базы данных кто-нибудь что-нибудь рассказывал? Алло. Не рассказывали. Такое ощущение, что некоторые не посещают занятия и боятся сказать нет, потому что а вдруг рассказывали. Хорошо. Поскольку мы с вами говорим про интернет-технологии, все проекты, которые делаются для интернета, они в той или иной степени завязаны на какие-то системы хранения данных. Поэтому мы с вами сегодня поговорим о том, какие наиболее распространенные системы хранения данных, как их использовать. И начнем с понятия реляционной базы данных. Слышали когда-нибудь такое понятие «реляционная база данных»? Хорошо, значит, давайте по порядочку обо всем. Значит, очевидно, что когда вы делаете какой-то проект, который хранится в интернете, который работает в интернете, который общается с пользователями, очевидно, ему нужна какая-то система хранения данных. Как минимум для того, чтобы хранить там... информацию о картинках с котиками, которые пользователи загружают, или информацию о заказах, которые пользователи делают, или, я не знаю, информацию о денежных счетах и переводах, которые пользователи делают в банке и так далее. В любом случае, для всего этого нужна какая-то система хранения данных, которая будет надежно сохранять данные, и они никуда не денутся в случае ядерной войны, в случае, если на ваш сервер упадет метеорит, в случае, если отключится электроэнергия, или что-то еще может пойти не так. Это первый критерий для того, чтобы выбрать систему хранения данных, то есть надежность. Второй критерий для выбора системы хранения данных – это быстрая доступность. Давайте представим, если бы вы хотели хранить просто какую-то информацию, что вам мешало бы просто взять и хранить это просто в файлах? То есть у вас, вы умеете, там, я не знаю, создавать вордовские документы, вы информацию, с которой вы работаете, вы сохраняете в виде вордовского файла на диск. Теоретически вы могли бы таким же принципом пользоваться для того, чтобы хранить данные ваших пользователей. Да? Приходит какой-то пользователь, загружает картинку, вы создаете бам для него файлик на диске. Минусы такого подхода – это не оптимальность работы с файловой системой, то есть вы фактически заставляете жесткий диск сохранить данные просто куда-то на сектора, и на этом ваше сохранение данных закончено, и вы эти данные не сможете быстро получить назад, потому что если вам нужно будет что-то найти, вам нужно будет просканировать там директорию с файлами, если вам еще и надо будет найти что-то
внутри файла, то вам надо будет каждый файл открывать и его просматривать. Это очень затратно. Поэтому есть системы, которые оптимизированы для того, чтобы эти данные хранить специальным образом, для того, чтобы их легко искать, и чтобы это все происходило быстро. И есть такое понятие, как база данных, да, это специальное хранилище, в котором данные лежат в каком-то упорядоченном, структурированном или там псевдоструктурированном виде. И есть понятие системы управления базой данных. Это специальная система, которая умеет работать с форматом базы данных, в котором вы сохраняете ваши данные, и умеет предоставлять вам доступ к этим данным через себя. То есть есть какое-то хранилище, есть механизмы доступа к этому хранилищу. Сегодня мы с вами поговорим и рассмотрим реляционные базы данных на примере базы данных Microsoft SQL Server от компании Microsoft. Это одна из самых распространенных баз данных, и это база данных номер один на стыке технологий, в котором я работаю, майкрософтовском стыке технологий. Ну, очевидно, что там чаще всего используется и майкрософтовская база данных. Помимо этой базы данных есть еще огромное множество других, как похожих на нее, так и не похожих, но давайте обо всем чуть-чуть по порядку. Я вам расскажу самые основные принципы, как данные хранятся, как они структурированы, как они взаимосвязаны и как с ними работать. Если вы захотите попробовать сделать и повторять за мной на записи или что-то как-то работать с базой данных Microsoft SQL Server дома, то вам, во-первых, необходимо ее установить себе на компьютер. Для этого мы открываем какой-нибудь браузер и ищем Microsoft SQL Server. Ну и вот мы можем зайти сюда и у всех редакций этой базы данных есть пробная версия, есть бесплатная версия, которая называется Express, которая, вот, например, скачать SQL Server 2014 Express. Она бесплатная, она не содержит некоторых функций, которые могут потребоваться на настоящем сервере, и она, кстати, не лицензирована для работы на коммерческих проектах. То есть вам по лицензии нельзя ее использовать на коммерческом проекте, вам нужно будет купить лицензию. Но для того, чтобы с ней поиграть, посмотреть, что это такое, вам вполне достаточно. Для того, чтобы разрабатывать продукты, вам ее тоже будет вполне достаточно. Вот выбираете себе редакцию, 32-битную или 64-битную, в зависимости от того, какой у вас Windows, 32-битный или 64-битный. И я вам рекомендую, после того, как вы ее скачаете и установите, поставить еще Microsoft SQL Management Studio. Это специальная оснастка, которая предоставляет вам пользовательский интерфейс, который общается с системой управления базой данных. Сейчас я вам все покажу. Значит, базу данных найдете отсюда. И SQL Management Studio. Все очень просто гуглится. Ну вот, вам предлагается скачать Management Studio 2016 превью. Сейчас на выходе готовится новая версия SQL Server. SQL Server 2016, она еще не вышла, но уже есть ее предварительная версия, которую вы можете скачать, установить и попробовать. Я ее себе установил. Вы можете, кстати, поставить не 14-ю версию, а 16-ю.
Проблем у вас с тем, чтобы найти это все и установить, быть не должно. Если будут, то пишите мне, я вам помогу. У меня все это уже установлено, я вам сейчас покажу, что это такое и как это выглядит. Значит, после того, как вы установите себе SQL сервер, у вас в процессах должен быть где-то здесь, вот SQL сервер Windows NT, вот такой процесс, который на самом деле система управления базой данных. Я открываю оснастку, которая называется SQL Server Management Studio. Видите, написано Release Candidate. И после того, как вы установите и сам сервер, и вот этот Management Studio, вам нужно будет, первое, что вы делаете, когда запускаете Management Studio, это подключиться к системе управления базой данных. Система управления базой данных позволяет вам подключаться к ней через различные протоколы, такие как TCP/IP, у нее есть несколько других механизмов подключения. Ну, в общем случае, вам нужно просто указать, что вы хотите подключиться к серверу, и указать имя сервера и тип аутентификации. Windows Authentication, это значит, что при попытке подключиться вас проверят через систему Windows Authentication. Это тот пользователь, ну, это система пользователей, которая встроена в операционную систему Windows, или вы можете воспользоваться другой системой, которая попросит у вас логин и пароль. Но у меня сейчас настроена Windows Authentication, я просто подключусь к ней. Сейчас у меня оснастка подключена к системе управления базой данных. Пока я ничего, в общем-то, не сделал, все, что я сделал, это установил сам сервер, установил Management Studio и подключился к системе управления базой данных. Что я здесь могу видеть? У меня есть несколько папочек, и с чем мы с вами сегодня будем работать, вот папочка Databases, то есть база данных. Здесь есть системные базы, которые вам трогать не нужно. Каждый раз, когда вы запускаете, когда вы делаете какой-то проект, вы будете для него создавать там одну или несколько баз данных. Используя вот эту оснастку, вы можете создавать базы данных, используя вот такие вот кнопочки, там вот нажимаете просто New Database, говорите, что database будет называться My Web Shop, там какой-нибудь веб-магазин, и все. Система сама создаст базу, эта база будет лежать в нужном месте у вас на диске, и все, что вам теперь нужно сделать, это наполнять вашу базу какой-то структуры. По поводу структуры, значит, поскольку мы с вами говорим про реляционную базу данных, это значит, что в этой базе данные хранятся взаимосвязанно. То есть от слова, от английского слова relation – связь. Проще вам показать, что это такое, чем рассказывать. Давайте предположим, что у вас есть какие-то продукты в системе. Данные хранятся в виде таблиц. Ну, таблица – это достаточно структурированный формат записи данных. В нем есть колоночки, которые символизируют какие-то свойства чего-то, чего бы то ни было, например, продукта. И строчки, которые символизируют единичные продукты. Вот мы создаем просто табличку. И у нас спрашивают, мы можем создать в этой табличке несколько колоночек. И, допустим, мы создадим колоночку там name. Имя продукта. Дальше нам нужно выбрать тип данных. Тип данных – это тип
формате которого эти данные будут храняться. Если у нас name, то нам целесообразнее всего выбирать тип данных nvarchar. Значит, по поводу типов, их тут очень много достаточно, да, но давайте мы сейчас на них останавливаться не будем, просто пока запомните, что nvarchar это текст, я вот здесь поставлю ограничение там в 100, то есть разрешено до 100 символов вводить, и какой-нибудь price. Price это у нас цена. Цена нам, у нас должна быть чиселки с десятичными знаками. И нам у нас тут где-то есть формат money. И я сохраняю табличку. Я нажимаю Ctrl-S. И говорю, что это у меня табличка называется product. Вот смотрите, сейчас у меня в моей базе данных есть одна таблица, которая, по идее, должна хранить продукты. По крайней мере, из названия следует так. И у каждого продукта есть имя, которое является текстом длиной до 100 символов, и цена, которая является деньгами. И мы сейчас можем эту табличку отредактировать и что-нибудь сюда поставить. Делается это следующим образом. Допустим, я пишу велосипед 100. Сейчас я посмотрю с форматом, что тут. 100. 100 чего-то там. 100 денег. $999 чего-то там. Понятно, да? То есть вот у нас есть какие-то сущности, которые у нас вот сейчас продукт, и у продукта есть название и цена. Но давайте предположим, что у вас помимо продуктов есть еще категории какие-то. То есть, на самом деле, вы не просто работаете с продуктом, а вы работаете с продуктами, которые включены в какие-то категории. Там, бытовая техника или спорт-инвентарь. И для чего вам это надо? Для того, чтобы каким-то образом структурировать информацию на сайте. Или для того, чтобы быстро искать информацию. Очевидно, что если вы заходите в категорию «спорт-инвентарь», то вам не нужно искать информацию по бытовой технике. Поэтому имеет смысл эту информацию каким-то образом тоже указывать и делать связи между этими кусочками информации. Если сейчас создам еще одну табличку и назову тоже тут name, сделаю nvarchar, тоже сделаю 100. И больше пока делать ничего не буду. Только сделаю. Скажу, что это у нас категория. Теперь я обновляю. И смотрю, что у меня тут появилась таблица с категорией. Я ее начинаю редактировать. И, значит, как мы с вами говорили, делаю категория спорт. И теперь смотрите. Вот у нас есть две таблицы, и очевидно, что информация каким-то образом связана. Мы сейчас бы хотели указать, что велосипед у нас относится к одной категории, а стиральная машина к другой. Правильно? Если бы нам это нужно было сделать, допустим, в Excel,
то мы бы, у нас бы не было никаких проблем, мы бы просто в таблице продукт сделали какую-то колонку категория и просто бы туда категорию прописали. Но давайте посмотрим, что бы случилось, если бы мы так сделали здесь. Я сейчас это и сделаю, я сделаю, здесь добавлю категории. NVAR100. Так, я возвращаюсь к продукту и добавляю вот здесь вот описание такое. Значит, велосипед — это у нас спорт инвентарь. А стиральная машина — это у нас бытовая техника. В общем-то, пока у нас никакой проблемы нет, потому что категория у нас — это, в общем-то, только одна колонка. Мы ее, в принципе, можем хранить и здесь. Но как только категория у нас начинает обрастать какими-то дополнительными характеристиками, допустим, телефоном менеджера, да, или отделом, который заведует этой категорией товаров, или чем-то еще, допустим, графиком поставок этой категории товаров, или какие-то еще характеристики, которые присущи именно категории, а не какому-то отдельному продукту, то смотрите, чтобы получалось. Вот как только мы добавляем еще одну строчку, допустим, холодильник, указываем там цену 1000 и указываем, что это у нас тоже бытовая техника. Здесь пока все хорошо, но когда, как я сказал, когда у нас категория начинает быть что-то, чем-то больше, чем просто название, а какой-то сущностью с какими-то характеристиками, давайте какую-то характеристику ей добавим, допустим, менеджер какой-нибудь. И мы там будем хранить имя этого менеджера. Смотрите, значит, за спортивный инвентарь у нас там будет отвечать Василий, а за бытовую технику там Мария, неважно. То, как только мы вернемся к нашим продуктам, вы видите, да, что продукты каким-то образом ассоциированы с категориями. Теперь для того, чтобы вот эта категория имела, ну, то есть, чтобы мы понимали, что за бытовую технику у нас отвечает Мария, а за спортивный инвентарь отвечает Василий, мы бы тут добавили в продукте еще одну колонку менеджер. И взяли бы, и нам бы пришлось вот эту информацию продублировать здесь. Видите, вот это обычная таблица, да? Примерно такая же, как в Excel. Смотрите, что здесь нехорошо. Здесь нехорошо то, что у нас вот эта информация, она по сути избыточная. Во-первых, она избыточная, во-вторых, она подвержена... то есть, если вы не каким-то образом ее поломаете, да, там будет там не Мария, а Людмила там написано, да, неважно, то у вас целостность данных как будто бы нарушится, потому что вам уже непонятно, почему здесь Людмила, а не Мария, и относится ли она именно к холодильникам или к бытовой технике. Но все зависит от того, каким образом вы информацию структурируете. Если у вас менеджер отвечает за какую-то категорию товаров, то у вас вот две взаимосвязанные вещи. Категория с менеджером.
И не важно, сколько у вас будет продуктов в каждой категории, вам нужно будет продублировать менеджера напротив этой категории в продукте. Поэтому имеет смысл вот всю вот эту информацию вынести в отдельную таблицу и настроить связь между этими двумя таблицами, для того, чтобы вам не пришлось каждый раз указывать напротив бытовой техники Марию, напротив спортинвентаря Василия. Я надеюсь, я понятно говорю. Смотрите, значит, как я буду эту связь устанавливать? Во-первых, я самый простой способ мне это сделать. Я открываю диаграммки. Вот у меня вот такое окошко появляется. И что я сейчас делаю? Значит, когда я настраиваю связи между двумя таблицами, мне нужно указать, какая таблица у меня главная, а какая второстепенная. Это значит, что категория является как бы более главной сущностью в иерархии. Это значит, что продукты относятся к категории, а не категории относятся к продуктам. То есть какая-то такая логическая связь. Поэтому я беру и вот устанавливаю вот таким образом связь, что категория – это у меня имя категории. Вот я сейчас пытаюсь установить такую связь, и что это означает? Мне выдалось предупреждение о том, что сейчас я не могу такую связь сделать по одной причине. Сейчас база данных не понимает, что у категории имя это какое-то такое свойство, за которое можно зацепиться. То есть, когда я говорю, что продукт связан с категорией, мне нужно, чтобы, ну, если я связываю через имя, то мне нужно сделать так, чтобы имя было уникальное. Это значит, что у меня в таблице категории не будет двух записей с одним и тем же именем, то есть не будет двух категорий одинаковых. Поэтому, когда я такую логическую такое умозаключение могу сделать, я могу на уровне базы данных сказать, что в категории имя это уникальное свойство. Поэтому я должен указать это свойство в качестве первичного ключа. Первичный ключ это такая специальная пометка на свойстве на колонке внутри таблицы, которая говорит, что в этой колонке хранится значение, которое, во-первых, уникальное. Ну, они на самом деле могут быть более сложные. В общем, первичный ключ – это характеристика, которая идентифицирует сущность внутри таблицы, то есть идентифицирует целиком запись. И ссылаясь на этот ключ, вы можете найти какую-то конкретную запись в этой таблице. Сейчас мне тут надо, поскольку это новая установка, мне надо тут пару опций пойти и понажимать. Сейчас я найду эту опцию.
Сейчас я поустану. Надо найти решение. Вот, теперь у меня, так, смотрите, теперь у меня категория помечена, что имя у нее первичный ключ, и мы на него теперь можем ссылаться. Давай. Так. Вот, смотрите. Вот я установил связь между категорией и продуктом. Она обозначается вот таким образом. С одной стороны у меня вот такой ключик, с другой стороны у меня вот такой значок бесконечность. Эта связь называется связь один ко многим. Это означает логически, что у меня может быть в одной категории бесконечное количество продуктов, то есть много продуктов. Связь один ко многим. Одна категория, много продуктов. И теперь логически давайте посмотрим, что получается. У нас есть... Давайте я буду открывать так, как сейчас вам удобно видеть. Категория и продукты. Смотрите, вот у нас есть продукты, есть категория. На вот эту колонку не смотрим. И вот эта категория на самом деле, это связь на другую таблицу с категорией вот сюда. И через эту связь продукт связан не только с самой категорией, но и с менеджером, который к ней относится. То есть на самом деле, если проводить какую-то аналогию, то вот эта колонка на самом деле как будто такой тоннель в другую таблицу, где вы можете добраться до дополнительных данных, которые относятся к категории. Вы не храните все эти данные здесь, а вы храните ее как эти данные, ну, эти данные в связанной таблице. Вы связываете две таблицы. Именно поэтому база данных называется реляционная. Так, теперь смотрите, что мы сделаем. Мы сейчас из продукта удалим менеджера. И смотрите, вот у нас получилась такая иерархия, такая связь. У нас есть продукт с именем, ценой и категорией. Причем категория помечена вот таким сереньким ключиком. Это значит, что это на самом деле отсылка к какой-то другой таблице. И на самом деле она ссылается вот сюда, в имя вот этой категории, вот этой таблицы, и логически связывает данные через имя категории, связывает имя продукта и цену с менеджером, который этой категории заведует. Это понятно, я надеюсь.
Вот так вот это происходит, так это работает. Теперь смотрите, мы вот такую связь установили. И теперь давайте попробуем у базы данных попросить информацию какую-то. Мы эту информацию сюда положили. А вообще давайте я вам покажу, ну, в чем еще сила вот этой связи, да? То есть так, то есть вот мы открываем эти таблицы. Эти связи, они здесь не просто так. Они еще обозначают, ну, то есть логично предположить, что вы не можете в таблице продукт указать категории, которые не существуют, правильно? Потому что на самом деле вот эта категория — это не просто название, а это связь с отдельной таблицей. И если в этой таблице нету такой категории, то вы на нее ссылаться не можете. Поскольку у нас сейчас только две категории, то в таблице продуктов мы можем указывать только два значения. Ну или третье значение вообще ничего не указывает. Пока мы такое можем делать. То есть мы не можем, допустим, сюда положить продукт, я не знаю, туалетная бумага там, да, или бумага для принтеров. С ценой 1 и, допустим, расходные материалы. Мы это сделать не можем. База данных нам это не позволяет. Система управления базой данных следит за тем, чтобы вот эта связь сохранялась, чтобы целостность данных сохранялась. Поскольку вот это у нас не просто текстовая колонка, а отсылка в соседнюю таблицу, она будет проверять, есть ли там колонка, в этой колонке значение, которое мы сюда хотим ввести. Понятно? То есть, если мы сюда пишем категорию расходные материалы, и мы менеджера, может быть, даже сюда не даем никакого, в этом случае мы сможем расходный материал указать в качестве продукта, в качестве категории для продукта. Понятно? Вот такая вот связь между двумя таблицами. И теперь давайте... Я вам покажу, как делают запросы к этим таблицам. То есть на самом деле все, что мы сейчас сделали, вот эти красивые окошечки, это у нас работает вот эта оснастка Management Studio, которая построена специально для того, чтобы было легко управлять структурой базы данных и взаимодействовать с данными, которые в этой базе хранятся. То есть вы могли открыть окошечко вот такое, подредактировать здесь данные, во-первых, увидеть их, во-вторых, их отредактировать или установить связи и так далее. На самом деле, для того, чтобы все это делать, существует специальный язык запросов, который называется SQL, Structured Query Language, с основами синтаксиса, которого мы с вами сегодня познакомимся. То есть на самом деле за каждым действием, которое я здесь совершаю, внутри происходит специальный запрос от этой оснастки Management Studio к системе управления базой данных. Эта система управления базой данных этот запрос разбирает и понимает, что мы хотим сделать. Допустим, вставить новую строчку в таблицу, или удалить колонку из таблицы, или что-нибудь еще сделать. Для всего этого есть свои записи, своя запись на языке SQL. Давайте что-нибудь простенькое попробуем. Допустим, мы хотим выбрать все продукты из таблицы продуктов. Для того, чтобы нам это сделать, нам нужно написать вот такой запрос. Select звездочка from product. То есть два ключевых слова. Select говорит о вашем намерении что-то взять, что-то достать из базы. From и указываете, откуда
вы говорите, хочу забрать все из вот этой таблицы, продукт. И если мы вызовем вот этот, выполним вот этот запрос, система управления базой данных вернет нам всю таблицу. Все данные, все колонки из таблицы продукт. Вот в таком виде. Name, price и категории. Категории. То есть все данные, которые там хранятся, она нам выдала. Если мы хотим выбрать только имя и цену, и категория нас не интересует, в этом случае нам нужно быть более точными в указании запроса. Мы говорим, мы не хотим выбрать не все из таблицы продуктов, а нам нужно указать, что конкретно мы хотим выбрать. Нам нужно сделать вот так. Name. Price. Выбираем колонку name и колонку price из продукта, из таблицы продукт. Выполняем. Я выделил. Следите за тем, что у вас не был выделен отдельный кусочек того, что вы написали, иначе будет выполнен только он. Вот, мы выбрали две колонки. Категорий здесь нет. И давайте какие-то дополнительные манипуляции сделаем. Допустим, мы хотим отсортировать продукты по цене. В этом случае нам нужно дополнительное, как, надо, нам каким-то образом надо сказать, что мы хотим сделать. И на языке SQL вам нужно будет написать вот так вот, дополнение к этому запросу. Order by. И вы говорите, по какой колонке вы хотите отсортировать price. То есть вы говорите, выбери мне, достань мне из базы имя и цену продукта, отсортированные по цене. Вот они отсортированы по цене. Как видите, они отсортированы по возрастанию. Это поведение по умолчанию. Если вы не указываете, в каком направлении вы хотите сортировать, сортироваться будет по возрастанию. Если вы хотите указать, что вам нужно по убыванию сортировать, очевидно, вот в этом, вот в этой записи нету ничего, что на это указывает. И вам нужно еще чуть-чуть больше информации дать написанным на этом языке запросам. Есть дополнение к order by, и вы говорите, вы хотите по возрастанию или по убыванию сортировать. По возрастанию будет записываться как ascending, точно так же, как оно и сейчас работает, оно будет работать, или descending, то есть по убыванию. Вот теперь оно отсортировалось по убыванию. Понятно? Так, надо посмотреть, сколько вас там, а то вы вдруг все разбежались. Нет, 15 человек. Это понятно? Здесь вопросов нет никаких. Не обязательно записывать все в одну строчку, можно записать все вот так, для того, чтобы было удобнее читать. Можете даже записать вот так. То есть нету никакой роли не играет то, как вы это записываете. Главное, чтобы нужные ключевые слова были за другими нужными ключевыми словами. Теперь давайте предположим, что мы хотим достать список всех категорий. Мы сделаем new query, новый запрос, и сделаем вот так, select звездочка from категории. И, как ни удивительно, вернее, как и ожидалось, мы видим нашу таблицу с категориями. У нас есть 4 продукта и 3 категории.
Теперь давайте предположим, что мы хотим видеть продукты и кто отвечает за доставку этих продуктов. Помните, что на самом деле у нас за конкретные продукты никто не отвечает, у нас люди отвечают за категории продуктов, но нас интересует, кто, допустим, отвечает за холодильник. Очевидно, что мы это так просто сделать не можем. Если мы даже выберем все колонки, то у нас эта информация здесь не хранится в этой таблице. У нас эта информация хранится в связанной таблице. То есть через имя категории у нас продукт, у нас менеджеры привязаны к каким-то конкретным продуктам. Если мы знаем, что нам нужна информация по холодильникам, и мы хотим узнать, кто менеджер, который отвечает за поставку холодильников, то нам нужно сделать запрос в одну таблицу и в другую таблицу. Зная, как у нас данные организованы, мы могли бы сделать следующим образом. Смотрите, допустим, мы знали, что нам нужно найти вот эту запись с холодильником, взять вот эту колонку, вот это значение в колонке категории, потом идти с этим значением в соседнюю таблицу в категории и сделать выборку из этой таблицы, отфильтровав по категории. И тогда мы нашли вот это значение, имя менеджера, что она Мария. Понятно, да? То есть логически вот так вот вы бы искали эту информацию. Давайте посмотрим, как бы мы это писали. Мы бы выбрали select category from product. Сортировать нам не надо, но нам нужно отфильтровать. Мы хотим сказать, нас интересует только вот это значение, только холодильник. Where мы указываем условие name равно смотрите, вот у нас вернулась категория, да, из таблицы продуктов. Теперь мы делаем вот так. И берем вот это значение и делаем вот такой запрос. И получаем имя менеджера. Понятно, что я сейчас сделал? Ребятки, вы там живые? Я вам прям так базами данных в голову. Да, понятно ли, да, живые? Понятно, хорошо. А теперь смотрите, весь блеск и нищета реляционных баз данных. Вместо того, чтобы делать два таких вот запроса, оперируя вот этим вот значением имени категории, через которую мы связываем две сущности, да, категорию с менеджерами и продукты, мы могли бы сделать вместо этих двух запросов один запрос. И выглядел бы он вот так. Смотрите. Что нас интересует? Нас интересует менеджер. Значит, мы говорим, мы хотим найти менеджера. И мы хотим его достать, очевидно, из категории, потому что он именно там и лежит. Да? Но отфильтровать нам нужно по имени продукта, то есть по холодильнику. А имя продукта лежит в другой таблице. Но эти таблицы друг с другом связаны. А теперь мы на самом деле имеем возможность внутри одного вот такого запроса обращаться к нескольким таблицам. И
искусом и обращаться к их связям. Мы делаем вот так вот, join, product. То есть мы делаем запрос из категорий, но в этом запросе мы подключаем еще и таблицу продукты. И подключаем ее по следующей, ну, то есть нам нужно указать связь, по какому критерию мы их связываем. Мы их связываем по вот такому признаку. У продукта категория равняется имени категории в таблице, имени категории в таблице категория. Вот такая запись. А теперь мы говорим условия. Вот так. Видите, смотрите, мы выбираем, мы говорим дай нам менеджера из таблицы категория. И в этот запрос подключи, пожалуйста, таблицу продукт, потому что нам нужно по ней сделать условия. И когда будешь подключать таблицу продукт, имей в виду, что таблица продукт связана с таблицей категории по следующему признаку. Категория продукта – это то же самое, что имя категории. И когда мы выполним этот запрос, мы получим имя нашего менеджера Мария. Понятно? Хорошо. Давайте теперь... Ну, значит, цель этой лекции не научить вас работать с базой данных, а дать какое-то базовое представление о том, что это такое, почему она называется реляционная и как организовывать данные внутри. Внутри такого хранилища. Давайте предположим, что у менеджера появилась какая-то дополнительная информация. Типа адреса, телефона и чего-нибудь такого. Значит, пока у нас менеджер существует в виде просто имени. Вот здесь вот, в колонке менеджер, внутри категории. Но поскольку для усвоения, да, надо пару раз пересмотреть, мне бы для вашего усвоения надо было бы немножко перезаписать это. Смотрите, сейчас у нас менеджер существует в виде просто имени. То есть... Никакой другой информации вы в системе не храните для менеджера. Но представьте, что вам вдруг захотелось у менеджера хранить еще, для него хранить еще телефон, адрес и так далее. Единственная таблица, где мы менеджера храним, это вот эта таблица, категория. Но поскольку здесь у него появляются какие-то свои характеристики дополнительные, его уже в таблице категории как-то нехорошо хранить. Для него нужно выделить отдельную таблицу. Что мы сейчас и сделаем? Мы сделаем таблицу user и назовем как-нибудь там name envarchar 50. Сделаем ему телефон. Тоже текстовый, сделаем ему e-mail, сделаем ему побольше e-mail, 255, допустим, сделаем ему адрес, побольше еще сделаем, и сохраним это как user. Теперь смотрите, мы видим, что у нас есть Мария и Василий, да? Они вот здесь хранятся у нас.
Вот они, вдвоем. Это вся информация про менеджеров, которые у нас есть. Но теперь у нас они хранятся в отдельной табличке, которую мы назвали «User». Мы могли бы ее назвать «менеджер», но слово «user» оно такое более абстрактное. Мы на самом деле, кроме менеджеров, там можем еще что-то хранить, каких-то других еще людей. И давайте мы сейчас ее чуть-чуть заполним. Значит, у нас там есть кто? Мария. С телефоном там 555-0123. С e-mail Мария. Трубай там, я не знаю, какой-нибудь. И адрес там какой-нибудь. Я не знаю, какой-нибудь. И у нас есть еще Василий. Вот каким-то образом вы вот так структурировали информацию. То есть, на самом деле, вы здесь храните как бы сущности, как объекты, у которых есть свойства или характеристики, такие как имя, номер телефона, адрес электронной почты или домашний адрес какой-то. И теперь мы говорим, что на самом деле у нас вот это имя – это уникальная характеристика, то есть именно по этой колонке мы будем уникально идентифицировать каждую запись в этой таблице. То есть каждое имя у нас представляет из себя какого-то нового человека. Поэтому нам нужно опять же зайти в режим дизайнера и установить первичный ключ здесь. Поскольку мы перенесли Марию и Василия из категории в отдельную таблицу, мы сейчас открываем нашу диаграмму, добавляем сюда таблицу с пользователями и теперь связываем наших менеджеров, которые у нас отвечают за какие-то категории, с пользователями. Вот таким вот образом. Смотрите, теперь у нас есть продукт, у которого есть категория, а у категории есть менеджер, у которого есть номер телефона, e-mail и адрес. Теперь давайте вернемся к нашему запросу, там, где мы брали имя нашего менеджера, который отвечал за холодильники. Видите? Мария. Но предположим, что мы этой Марии хотим позвонить, и нам нужно найти ее номер телефона. Номера телефона в таблице с категориями нет. Поэтому мы сделаем вот так. Мы ищем телефон. И мы его ищем в таблице User. User это на самом деле зарезервированное слово в языке SQL. И нужно его вот таким вот образом в квадратные скобочки взять, чтобы никаких проблем не было. И теперь мы просто делаем вот так. Мы подключаем категории и говорим, что юзера он пока не знает у нас про таблицу юзер. Хотя, чтобы он не ругался, мы сейчас его переоткроем.
Нет. Что сейчас? Несмотря на то, что он тут ругается, это не, он не понимает, что он говорит. Смотрите, что мы сделали. Мы захотели найти телефон в таблице пользователей и подключить к запросу две таблицы. Первая таблица – это категория, потому что это как бы промежуточная таблица между информации о менеджере и продуктами. И мы говорим, что в таблице категории менеджер – это то же самое, что имя пользователя. А также мы подключаем таблицу продукты и говорим, что в продукте категория – это то же самое, что имя категории. И говорим, что на самом деле нас интересуют только записи, в которых имя продукта – это холодильник. И выполняя вот такой запрос, мы находим сразу же моментально номер телефона. Вот так. Скажите, у кого из вас появилось больше понимание, если, ну, если у вас вообще никаких, никакой информации не было, вы не знали ничего про реляционные базы данных, скажите, у кого оно какое-то появилось. Ну, у кого-то появилось. У одного человека есть. Хорошо. На самом деле это только самые основы. Здесь есть еще много различных штук интересных. Например, можно делать связи многие ко многим. Допустим, если у вас есть, я не знаю, пользователи, у которых есть друзья, которые тоже являются пользователями. И вы хотите сказать, что там Мария – это друг, друг Василия, а также у Марии еще есть другие друзья, у которых есть другие друзья и так далее. Эти связи тоже можно устанавливать немножко другими способами. В базах данных есть еще множество различных способов поддержания целостности. Допустим, вы хотите сделать так, чтобы цена продукта не могла быть меньше нуля. Логичное требование. Логичное. Но на самом деле, я не знаю, Money, кстати, по умолчанию позволяет меньше нуля что-нибудь вести. Наверное, позволяет. В некоторых, наверное, сценариях отрицательные деньги имеют какой-то смысл. Но, допустим, вы хотите сказать, что здесь у вас в принципе не может быть отрицательных денег. И вы на самом деле на уровне базы данных это можете каким-то образом, ну, определенным образом настроить. Вы можете делать уникальные комбинации колонок. Допустим, вы захотите сделать, чтобы у вас в таблице не было, допустим, вы рассчитываете там за заработную плату, и у вас на каждый месяц, на каждого сотрудника рассчитано какое-то значение. И вы хотите сказать, что у вас в таблице не может быть двух значений для одного и того же сотрудника за один и тот же период времени. Это вы тоже можете указать. Вы можете делать проекции данных на... Ну, это называется, ну, в общем-то, по-русски называется проекцией. То есть, если у вас есть какая-то сущность, которая на самом деле у вас представлена другими сущностями. Например, смотрите, например, у вас есть инвентаризация какая-то, да? Инвентаризация состоит
и из категорий, и из продукта. Но на самом деле это как будто отдельная такая штука, которую вы проводите раз в какой-то промежуток времени. И вам не нужно даже хранить эти инвентаризации в базе. Вам, ну, то есть вы можете получить ее из вот такого запроса, как я сейчас сделал. Но выглядит она будет как отдельная таблица, хотя на самом деле таблицей не является, и на самом деле данные никакие не хранит, а просто собирает данные по другим таблицам. Есть различные типы индексов, которые позволяют вам очень быстро делать выборку данных в каком-то в большом скопище данных. Представьте, что у вас есть таблица, в которой хранятся все адреса телефонов всех жителей города Минска или всех жителей Беларуси, и вы хотите найти кого-то конкретного. Если бы не было никаких механизмов оптимизации скорости доступа к данным, то единственным логичным механизмом поиска информации в этой таблице является просто сканирование всей таблицы сверху донизу, пока вы не найдете нужную вам информацию. Но это очень неэффективный способ поиска, и индексы позволяют вам находить информацию очень быстро. Самым таким привычным для вас аналогом метафоры, которая может отразить суть поисковых индексов, это, например, оглавление в книге. То есть вы открываете книгу, вас интересует какая-то конкретная тема, вы видите на нескольких страницах оглавление всей книги и можете перескочить на любую страницу и найти нужную информацию внутри какой-то конкретной главы. Точно так же работают и поисковые индексы. Есть другие типы индексов, которые индексируют не просто какие-то конкретные кусочки данных, а большие объемы текста, и позволяют вам искать информацию какие-то вхождения кусочков текста в большом объеме. Там, допустим, у вас есть отрывки из каких-то музыкальных произведений, и вы хотите найти музыкальное произведение, в которых встречается, там, я не знаю, слово «небо». Вы можете это тоже легко сделать, но вам придется использовать другие типы индексов и так далее. В общем, целью этого занятия являлось показать вам, что примерно себе представляет реляционная база данных. От вас сейчас не требуется усвоение каких-то навыков или умение строить вот такие вот запросы. Просто вам нужно понимать, что они выглядят примерно вот так. У вас, скорее всего, будет какой-то отдельный курс по базам данных, и в следующем семестре, когда мы с вами будем разрабатывать веб-приложение, мы с вами к ним обязательно вернемся. У вас сейчас есть какие-нибудь вопросы? Когда у вас нет вопросов, это всегда настораживает. Вам либо все понятно, либо ничего не понятно. Одно из двух. Хорошо, значит, что такое NoSQL база данных? Значит, NoSQL — это очень интересный термин, который никто не может договориться, что означает. В одно время NoSQL обозначалось не SQL, в другое время под NoSQL понимали not only SQL, то есть не только SQL, но в общем случае это другой тип хранилищ данных, которые называются нереляционные, которые называются документоориентированные. И в них информация организуется по другому принципу.
То есть смысл там информации не в том, чтобы хранить вот такие сущности, там категории, продукты, менеджеров и так далее, а смысл в том, чтобы хранить документы. Если бы мы с вами сейчас, вот то, что мы сейчас с вами сделали, хранили в нереляционной базе данных, то, скорее всего, ну, опять же, в зависимости от того, какие документы чаще нужно получать из нее, из этой базы, скорее всего, у нас бы была просто коллекция продуктов, в которых было бы указано все. Указана и категория, и телефон менеджера, если нам менеджер нужен, потому что, ну, они, ну, то есть, они более должны быть заточены к применению. То есть, вы получаете какую-то информацию из базы, если вам нужно часто получать телефон менеджера для какого-то продукта, имеет смысл хранить эту информацию рядом с продуктом. То есть у вас есть какой-то документ, описывающий продукт, и если вам нужен телефон менеджера, пожалуйста, храните его прямо здесь. Но нужно иметь в виду, что в этом случае, если у вас телефон менеджера поменяется, вам нужно будет у всех продуктов поменять телефон менеджера, если вы хотите потом эту информацию получить обновленную. В общем, для некоторых проектов больше подходят реляционные базы данных, для некоторых подходят нереляционные базы данных. И на самом деле нужно очень сильно думать перед запуском нового проекта, какую же базу данных использовать. Нереляционные базы данных, допустим, лучше масштабируются. Под масштабированием я имею в виду, когда вы хотите использовать больше одного компьютера для того, чтобы работать с базой данных. Представьте, если у вас огромный нагруженный сервер, и у вас очень большое количество запросов и информации, которую этот сервер обрабатывает, и у вас просто не хватает мощности сервера для того, чтобы удовлетворить ваши бизнес-потребности. Если вы купили самый мощный, самый дорогой сервер, и у вас все равно не хватает мощности обрабатывать запросы, скорее всего, вы подумаете, а как же сделать так, чтобы не один компьютер, а два компьютера обрабатывали все эти запросы. И в случае с реляционной базой данных не существует никакого способа поддерживать вот эти связи между таблицами, если вы их размажете по двум физическим машинам. В случае с нереляционными базами данных, просто потому, что там нету никаких связей физических, да, логические связи, теоретические какие-то могут быть, но целостность данных на уровне связей нереляционные базы никаких не поддерживают. Вы там просто по-другому организуете данные. То вы можете документы просто разбросать по двум серверам по какому-то принципу. И в зависимости от какого-то критерия вы можете перенаправлять запросы на один сервер или на другой за какими-то конкретными документами. Вот, в общем, у всех баз есть свои плюсы и свои недостатки. Еще вопросы? Судя по всему, вопросов у вас пока больше нет. Ну что ж, тогда давайте заканчивать сегодняшнее занятие. Я бы, конечно, хотел, чтобы вы попробовали установить себе дома SQL сервер и вот эту оснастку Management Studio и попробовать сделать все, что я здесь делал. Но я требовать от вас этого не буду. Я считаю, что для первого занятия, для людей, которые никогда ничего не знали про базы данных и то, как данные в них хранятся, вам этой информации должно быть достаточно.
вы теперь знаете, что есть специальный язык запросов, на котором можно строить запросы к системе управления базой данных. Вы примерно представляете, каким образом информация структурируется для того, чтобы ее хранить. Вы понимаете, почему реляционная база называется реляционной и что означают связи между таблицами и по каким критериям вы можете эти связи устанавливать. Я считаю, что этого вполне достаточно для первого занятия. Поэтому предлагаю на сегодня заканчивать. Как обычно, запись видео вы сможете скачать либо с сервера вот этого вот, через что мы с вами проводим эти занятия, либо по ссылке, которую я вам дам после того, как обработаю видео, записанное у меня на компьютере. Окей? Окей. Так, сейчас посмотрим, сколько вас там дожило до конца занятия. Ну хорошо, 14 человек. Да? Отлично. Отлично. Все. Спасибо за внимание. Если будут вопросы, пишите.